Эта видеооткрытка почти полгода назад буквально взорвала интернет и общественность. Молодая, красивая, счастливая девушка нуждалась в срочной операции. Ольга Егорова уже несколько лет боролась с раком. Ну, это в 96-м году был. Сделали ей первую химию в Самаре. Ну и вроде бы после этой химии у нее нормально было. Ну как нормально? Клетки раковые все равно остались. Не полностью они как бы вывелись, сказали, или со временем. Но не прошло. Состояние девушки стремительно ухудшалось. На операцию в израильской клинике требовались сотни тысяч долларов. Деньги собирали всем миром. И Ульяновск задействован, и Казань, и Самара. Ну, отовсюду. Столько у нее и знакомых, и всех было, что все помогали. Друзья и близкие Ольги разместили ее фотографии буквально везде. В автобусах, в лифтах, на Дим-ТВ, портале трисосны.рф, на баннерах. В мае Ольга после трансплантации стволовых клеток вернулась домой. Живая. Полная надежды и благодарности к родным, друзьям и совсем незнакомым людям. Если признаться честно, я вообще в шоке. Я не знаю, я даже вы не представляете, на какое количество писем я отвечала. Я планшетник вообще из рук не выпускала. Это сотни писем, сотни слов поддержки. Это вообще просто... Я просто не могу передать. Я просто бесконечно плакала, сидела и плакала. Читала вот эти сообщения, плакала, отвечала. Последнее обследование показало, что девушка здорова. Но впереди еще долгий путь реабилитации и снова обследование. Всем огромное-огромное спасибо. Сейчас Ольга строит планы на будущее. И главная ее мечта – родить детишек и помогать, чем сможет, больным раком. Ведь она, как никто другой, знает цену жизни и верит в настоящее чудо. Наталья Васильева, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.